Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником, с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Этой исторической справедливости ждали без всякого преувеличения и думали об этом миллионы людей. И это произошло благодаря свободному волеизъявлению крымчан и севастопольцев на референдуме 2 года назад. Теперь, когда мы вместе, мы еще больше можем сделать. Сейчас я поздравляю вас с масштабной большой стройки мостового перехода в Керчь. Это действительно нужная, большая работа, которая будет завершена к концу 2018 года. И это будет еще одним символом нашего единства и с Крымом, и с Севастополем, наших возможностей. Мы будем идти вместе, уверенно и только вперед. С праздником! А сейчас...